Так, спасибо всем, кто смотрит мои ролики. Спасибо тем, кто плюсует, даже иногда подписывается. Но помимо этого, вы еще и задаете вопросы, на которые я решил ответить тоже в видео. Потому что вопросы, в общем, повторяются. И отвечать каждому через почту YouTube, ну, несколько, наверное, не имеет особого смысла. Когда я рассказывал про интерфейс телевизора, то я упомянул, что хочу подключить вот этот вот свой старый DVD-плеер к телевизору. Ну и поступили буквально несколько вопросов, где люди спрашивают, удалось или нет подключить, и как вообще качество картинки при просмотре старых DVD, не слишком высокого качества, как она вот на большой экран, так сказать, размазывается, и можно ли вообще смотреть. Ну что ж, вот я решил показать, как это все произошло. Значит, я подключил свой старый DVD-плеер, это BBK DV 962S. Я уж не знаю, сколько ему лет, очень много лет, не знаю, больше 5 точно. Ну, работает, верой и правдой служит, в общем-то, чего его менять, пока не вижу смысла. Вот, подключил по компонентному входу. Провода у меня лишние были, так что я протянул еще одну пару. 5 проводов соединяет плеер с телевизором. 2 аудио и 3 на видео. Ну, давайте посмотрим. Вот я переключу вход. Ага, вот видео компонентное. Видео компонентное. Вот, давайте включим плеер. Посмотрим. Заставка-то должна пойти с него. Ага, ну вот, собственно говоря, вы видите, заставочка идет. Собственно говоря, и все. Так, ну, судя по надписи на плеере, там даже какой-то диск стоит в нем. Вот, смотрим, давайте. Ага, ну вот. Видите, как интересно. Собственно говоря, картинка. Вот, ну, где пульт от него, я даже не знаю. Ну, давайте прямо здесь я нажму. Плеер посмотрим. Вот, собственно говоря. А звук тоже есть. Вот он. В принципе, смотреть можно. Качество, понятно, не очень-то, особенно по сравнению с цифровым и с HD качеством. Но это надо понимать, потому что тут на диске десяток фильмов записано. Ну, сами понимаете, качество никакое. Но, тем не менее, вполне, так сказать, смотреть можно. Вот. Даже работают все вот эти зумы. Кстати говоря, может быть, надо было 16:9 его смотреть. Вот так вот. А может быть и так. Ну, не знаю, короче, я не очень увлекаюсь. Факт тот, что он работает. Вот, собственно говоря, по плееру все, что я и хотел вам практически показать. Так, я его выключу. Вернемся в телевизор. Вот. Так что любую свою старую аппаратуру вы вполне подключите к этому телевизору и сможете смотреть свои старые фильмы. Более того, у меня вот тут вот видеомагнитофон, старые кассеты стоят с какими-то записями личными, которые надо бы оцифровать, да как-то, в общем-то, уже, наверное, и не соберусь. Может быть, и подключу, тем более, что вот у телевизора-то есть еще один вход в подскарт, как раз как на видеомагнитофоне. Может, когда-нибудь соберусь, когда возникнет такое вот желание посмотреть старые кассеты, его еще и его подключу. Тогда вот здесь вот в этом меню AV1 вот в этом вот будет еще одно устройство. Вот, ну это все так, ладно, на будущее и прочее. В общем, все, видео работает. С этим закрыли вопрос. Так, что еще спрашивали? Спрашивали, использую ли я сетевой фильтр и прочее, спрашивают моего совета. Ну, давайте насчет этого немножко поговорим. Вот. Сейчас, ну это уже будет в другом ролике, надо показать по-другому.